Владимир Меньшов и Виктор Маркин – одни из организаторов выставки. Они в пору своей молодости были активными комсомольцами. Вот, пожалуйста, я, 65-й год, пионер-вожатый 3-го отряда. Первый раз поехал в пионерский лагерь. Только пришел на завод, в 64-м году пришел на завод, ну, в сентябре, а уже летом 65-го меня комсомол направил в пионерский лагерь. Его уже сослали. Вот такие веселые и не утратившие чувство юмора комсомольцы 60-х остались и сейчас. А жизнь в заводском пионерском лагере имени Вали Котика запомнилась не одному поколению видновчан, когда комсомольцы ходили с ребятами в походы, организовывали много интересных мероприятий, выезжали с ними и за рубеж. Это был спортивное мероприятие «Пионербол», и мы играли с поляками, с девочками из Польши. Ну вот, выиграли мы этих девочек, и потом после этого нас засняли, очень хорошая получилась фотография. И сейчас она будет там, потому что многие эти девочки живут, они уже не девочки давно, но себя увидят еще в таком, в детском возрасте, им будет приятно. Фотографии на стендах организаторы планируют разместить по хронологии. У нас есть фотографии, допустим, первой комсомольской организации нашего Ленинского района. У нас есть фотографии, допустим, встречи комсомольцев с 30-х, 40-х, 50-х годов с фабрики Володарского. У нас есть фотография партийного актива. Почему? Потому что весь партийный актив практически все были комсомольцами. Потому что, как правило, комсомол – это резерв партии считался, и всегда принимали в партию комсомольцев. Идея создания этой выставки – сотрудников историко-культурного центра и краеведов Ленинского района. Эта работа у нас проводится давно. Мы еще в прошлом году такой клич бросили. И спасибо всем, кто отозвался на этот клич. И также хочу поблагодарить архив газеты «Московский коксохимик», который также нам помог с материалом для этой фотовыставки. Людмила Медведева, Владимир Бешонов, Анастасия Нурхонова. «Видное ТВ».